Агдама, книга Зоар, 2:1. Далее упоминается имя Элоким второй раз. Элоким витает. Элоким витает. Зачем употребляется в таком смысле? Это для того, чтобы появились 5 твердых листьев, окружающих розу, называемых спасением. Спасением. И это 5 ворот. И это 5 ворот. И об этой тайне сказано: кубок спасения подниму шир аширим. 116.13, русский перевод, страница 76.13. Это кубок благословения. Кубок спасения? Подниму. Это кубок благословения. Кубок должен находиться на 5 пальцах, как роза сидит на 5 твердых листьях, соответствующих 5 пальцам. И эта роза есть кубок благословения от второго слова Элоким до третьего слова Элоким. Страница 1 Торы. Есть там 5 слов. Парит над поверхностью, вот сказал. Всего 5 слов против 5 листьев. А далее? И сказал Творец: да будет свет. Да будет свет, этот свет созданный, но скрытый и включенный в союз, вошел в розу и дал ей семя. И он называется дерево, плодоносное, в котором семя его, породу его. Тора 1:12, русский перевод, страница 1:12. А семя это находится в знаке союза.